Так, значит, Шахзод, какой день вы не любите? И почему вы не любите? Я не люблю Ага. понедельник, потому что понедельник первый тяжелый день. Вот. Красиво, красивый ответ. Так, а теперь продолжаем. Я буду задавать вопросы, а вы будете отвечать. Смотрите. Енді маме да мама сөзлер білу алшымыз керек. Послезавтра. Послезавтра дегені ертеден кейін. Во вторник, сейшамбы күні. Выходные, дам алыш күнлары. Следующий, яғни кейінгі сейшамба. Следующий вторник, кейінгі сейшамба. Следующие выходные. Выходной, яғни дам алыш күнлары одытты, мана бұл рус халқыда екі күн бұғанлығы үшін. Дам алыш күнлары деп, екі куплик найты апты. Яғни байрам күні бұл үш мүмкін бұронта. Так, а теперь смотрите. Бүгін понедельник. Сегодня понедельник. Вчера было воскресенье. Кеча якшамбы иді. Завтра вторник. Ертеге сейшамба. Позавчера была суббота. Худлас мана шундай қып топшымыз керек. Хозир хамма биттадан бажарады. Мана буни айтаман кимге қайсы күн икенлигини. Итбор беринг. Мана сегодня деяпти. Биттасин тушунтираман. Бугун. Мана бугун. Бу кеча. Бу кечадан олдин, бу эртага, бу эртадан сун. Эртадан кейин, то есть. Эртадан кейин күн. Ашуни тўғри рус тилида айтишни ўрганамиз. Мана бугун пайшанба бўлса, яъни четверг бўлса, эртага қайси кун икенлигини айтасиз. Indin qaysi kun ekanligini aytasiz. Bugun payshanba bo'lsa, kecha qaysi kun ekanligini aytasiz. Kechadan oldingi kun qaysi kun ekanligini aytasiz. Biz siz uchun Rus tili noldan deb nomlangan kursimizni tayyorlab tugatdik. Ushbu kurs kimlarga to'g'ri keladi? Agar siz rus tilini noldan boshlamoqchi bo'lsangiz, bu kurs aynan siz uchun. Chunki darslar noldan boshlanadi. Agar siz rus tilini tushunsangiz, lekin gapira olmasangiz, bu kurs aynan siz uchun. Chunki darslarimizda faqat rus tilida gapirish uchun kerak bo'ladigan mavzular o'tiladi. Agar siz kurslarga katta pul to'lab o'qishga sharoitingiz bo'lmasa, bu kurs aynan siz uchun. Chunki kurs narxi hamyonbop. 699 rubl. O'zbekiston so'mida 99 ming so'm. Siz kursga xohlagan vaqtda va xohlagan joydan turib qatnashishingiz mumkin. Darslar Telegram orqali bo'lib o'tadi. Ushbu kursimiz 7-sentyabr kuni boshlanadi. Agar siz ham kursga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni rus tilini noldan boshlab o'rganmoqchi bo'lsangiz, ekraningizdagi raqamga Telegramdan rus tilini noldan o'rganmoqchiman deb yozing. Albatta, joylar cheklangan. Shoshiling. Сейчас я скажу, кому какой день недели. Так. Сроджидан, у вас будет среда. Итак, Средом, Оля, да. Оля Хон, у вас вторник. Дальше. Шахзодбек, у вас будет понедельник. Угу. Махсумахан, воскресенье. Ильбек, суббота. Суббота, Ильбек. Шахудатбану, пятница. Гуляхон, четверг. Хамаге айттым, а, по-моему? Кимге айтмай қалдым? 10 киши бар екен. 10 киши бар, а, екі та ұстаз. Так, хорошо. Значит, мен айтамын. Шағат бон тайыр. Тайыр. Так, сіздікі қайсы күн еді? Пятница. Давайте, начинайте. Завтра пятница. Сегодня пятница. Ага. Сегодня пятница. Завтра в субботу. Тура. Послезавтра воскресенье. Тупа тура. Вчера четверг.
После вчера. Вчера мы учим четверг, шахадут бану. Бугун четверг. Нет, сегодня пятница. А, сызныки пятница мы? Ага. Узур, узур, мин адаш там, он да дальше. Тура. После вчера. Ага. Вторник. После вчера вторник, дядь. После вчера вторник. Ага. Бугун, бугун джума буса, кича. Ага, все верно. Все правильно, молодец. Так, еще шалзотвей кулку тарды, хана? Завтра вторник. Сегодня у вас какой день? А, понедельник. Сегодня у вас понедельник, хорошо. Завтра? Завтра вторник. Ага. Послезавтра среда. Ага. А, после вчера воскресенье. Йо, после вчера воскресенье бумиды. Дюшанбадан от аркаге карап. Вчера буганда воскресенье булар иди. После вчера деапты, яни. А, после вчера суббота. Тугры. Вчера воскресенье. Вот теперь все верно, хорошо. Еще кто? Я готов. Ельбек, айтинчи? А, сегодня суббота. А, сегодня мы сегодня суббота. Сегодня. А, в сегодня. Угу. Суббота. Суббота. Завтра. Завтра. Воскресенье. Ага. После вас, послезавтра понедельник. Угу. Понедельник. Угу. Вчера пятница. Угу. После вчера четверг. Ага, четверг. Правильно, молодец. Оля Хуан. Сегодня вторник. Вторник. Завтра среда. Ага. Послезавтра четверг. Верно. Вечера понедельник. Ага. После вечера воскресенье. Все верно, молодец. Так, Гулехон. Адамна. Ага. Давай. Сегодня пятница. Пятница. Манга пятница верувна. Ага. Айтурэм. Да. Сегодня в пятница. Выкира. Завтра. Выкирамаса. А, узы. Бугун джума. Завтра суббота. Ага. Послезавтра воскресенье. Все верно. Ага. Не, ахара чинтирама? А, вчера, кича. А, вчера четверг, ага. Позавчера среда. Все правильно, молодец. Яна ким қалды? Я. Максумахон билан Сирожиддин қол. Максумахон, оқи. Сегодня воскресенье. Қарайын, ГВ деп оқылады. Сегодня. А, сегодня. Угу. Сегодня воскресенье. Завтра? Воскресенье. Завтра понедельник. Угу. Послезавтра вторник. Угу. Вчера суббота. Верно. Позавчера пятница. Все правильно, молодец. Так, дальше продолжаем с Роджидом последнее. Сегодня среда. Угу. Позавчера понедельник. Правильно. Вчера вторник. Правильно. Завтра пятница. Завтра. Среда. Пятница, да. Завтра. Иртага. Чоршамбадан кейинги күн. Пятница. Четверг. Четверг. Джума кю? Четверг. Чоршамбадан кейин джума ма бірден? Йо, среда, чоршамба, пятница, пайшамба. Пятница, джума дегена. И, адаш тұрған. Четверг, четверг, пайшамба, срочно. Четверг, и, после завтра,
Пятница. Вот теперь, да. Среда, чоршамба, завтра, пайшамба, четверг, послезавтра, пятница. Хорошо. Демак, мана шу сузларын айтып, умуман, ирта инден, иртадан кейн деген сузларын айтып, айтышны ургеаныш иде, бу мақсад, бу ванану мақсады. А теперь смотрите. Буны мустақыл бажарамыз. Понедельник, 12:00, конференция в университете. Яни университет, да. Спрашиваем, что вы делаете в понедельник в 12? Масалян, сіздің кімдір сұрап, сіз дүшәмбі күн сағат 12-де нема класс деп. Сіз жауап беріп, понедельник в 12 я на конференции в университете. Мана, біріншісіге жауап. Кейін, мен сұрап мәне, что вы делаете в понедельник в 14:00 деп. Сіз айтасыз, в понедельник в 14:00 я обедаю в ресторане Афродита. Душанбе сағат 14:00-да мен Афродита ресторанда түшлік қыламын деп жауап берасыз. Хұт шындай, душанбе сағат 16:00-да экскурсияда мен. Душанбе 20:00-да ресторанда Метрополь ресторанында банкетте мен. Вахоказу деп жауап болуш керек. Бұны авазлы хабар қылып ташлаймыз. Чатке обязательно, чүнкі бу гапыртырады ва қайырда икенлігіңізні, екі кімден кейінгі күнлер, нама іш қылышыны, сурашыны үргетадыген машық. Я думаю, это понятно. Так, а теперь, вот это задание мы с вами выполним. Смотрите, у меня есть проблема. Менің момом бор, екі менде момо бор. Вчера у меня была проблема. Яни, хазіргі замандан өткен заманге өтіп гапырамыз. Кече менде муамо бор иде. Нема учен проблема ге ниспетан была дейапмыз. Чунки проблема а харфа билан тугепті. Женский роддаги от. Мужской родке был дейміз. Средний родке было дейміз. Кюплик шакліде были деп жауап берішке харекет қыламыз. Яни, бізге хазіргі заманда гап берілген. Хама гаплар берілген. Біз ушаны өткен заманда айтышымыз керек екен. Димак, срочно бошлеймас. У нас есть квартира в центре. Как будет в перевод на узбекский язык? Бізде центрде бізде на квартирамыз бода маркезде. Правильно. Қараң, біттігіні сөзіні join алмаштыршыз керек. Срочно болды, тамам бітті сөзіні алмаштырсаңыз өткен заманге айланады. Мана шу сузны алмаштырсыз. Квартира, женский род, итіп орбери. Квартира. Бізді маркезді квартира бор иди. Бор иди, болады. У нас был, у нас был квартира, была, у нас была квартира в центре. Тупа тура. У нас была квартира Билла. В центре. Квартира. Да. Бізді маркезді қонадуанымыз бар иді. Енді қазір юқ. Хорошо. Так, следующий нам. Олехон. У тебя есть деньги. Сіз хам бар юқ бітті сөзіні алмаштырас, фақат сіздіңкі куплик шәкілдегі сөз. Деньги куплик шәкілді. У тебя вил деньги. Были. Были деньги. Были. Тура. У тебя были деньги. Синда пул бор иде. Хорошо. Дальше. Шахзотбек. У нее есть друг. Друг мужской род тагет. У нее был друг. Молодец. Он и дусты бор иде. Так, дальше продолжаем. Максумахон. У вас есть вопрос. У вас был вопрос. Молодец. Сізді савал бар еді. Яни, еркек кішіге ниспеттан. Йоқ, вопрос мужской род болгенлігі үшін был. Тупа тур. Так, дальше. Ильбек. У меня есть время. Время да адашмен. Мя харфы білян тугеген средний род таги от. Была, было время. У меня было время. У меня было время. Было, а, да. Окой, бля, прям, было время. Да.
Вчера у меня было время, а сегодня нет. Кече мені вақтым бар еді, бүгін болса юк. Хорошо. Гуляхон. У него есть работа. У него работа. У нее была работа. Правильно. У него была работа. Он еще бар иде. Яни иркек кишиген. У него была работа. Хорошо. И шахадут бону. У них есть сад. Шахадут бону. У них есть сад. Уларнинг бағы бар. Өткен заманда айтыш керек. Шахадут бону қайы кетті. Микрофон дейоқ ме апсыз ма? Да, у них есть. Менем анам ішліп-ішліп. Шахадут бану микрофон яғи, микрофон из учиги. Хорошо. Ну, давайте тогда сделаем так. У них был сад. Уларны бағы бар иді. Смотрите, это очень легко. Масалан, хазыргы замондан уткен замонге айтыш. Хамма есть урныге. Она продукты были, подруга была, сумка была, чек был, телефон был, сад был. Бахокезу деп айтар икямыз. Свен пишет дневник. Хотта манашиндей бэта дневник юазамас. Это домашнее задание. Душамбе, сишамбе, чоршамбе куны, масалан, нама кылганингиз тугрыста мана. Кундузы, масалан, кун. Душамбе куны иртелеп нама кылдингиз, кундузы нама кылдингиз, кичке нама кылдингиз. Буны тулдырыш керек. Сишамбе куны ислап, карайсыз. Ertalab nima qildingiz? Kunduzi kechga nima qildingiz? Chorshanba, payshanba, juma shanba va hokazo va hokazo. Bu men o'ylayman hammaga tushunarli. Ustoz menga o'xshab har kuni bir xil ish qiladiganlar nima deb yozdi? Har kun agar har kun bir xil ish qiladigan bo'lsangiz, o'ylab toping boshqa. Masalan, ko'pchilikda nima deydi? Ishga bora keladi, masalan, hammaniki bir xil bo'lishi mumkin. O'zingizcha o'ylab toping, boshqa ishlar, masalan, har doim qilmaydigan ishlaringizni o'ylang, shu siz otpuskadasiz, ya'ni ta'tildasiz. Всё уже shu bilan tugar ekan. A teper smotrite, ребята, mana shu domashniy zadaniye bo'ladi. Keyingi darsda уже mana shu hamma mavzuni takrorlaysizlar, chunki keyingi dars ruscha o'tiladi sizlarga.